столицы зазывают сочинцев и гостей курорта на свою выставку-продажу. И каждый, кто попадает сюда, удивляется разнообразию товара. Для одних Индия – это ностальгия с детства, любимые кинофильмы, для других – возможность познакомиться ближе с другой культурой. Поэтому в павильоне много людей абсолютно разного возраста. Ну, потому что это Индия, я уже не первый год сюда приезжаю. Как выставки я обязательно сюда приезжаю, посещаю. Вообще красота такая замечательная. Так что желающие все и не желающие, пожалуйста, приходите. Здесь столько много красивого. Не пожалеете. Здесь представлено много чая и кофе. И это по праву гордость Индии. Столетиями индийский чай считается самым лучшим в мире. Всегда интересна индийская мебель, сделанная из деревьев ценных пород с элементами резьбы и росписи. Она может создать в вашем доме неповторимый уют. Заглядываются на мебель и отдыхающие, но вот как отсюда ее увезти? Много интересного. Товары, красивые работы, ручной. Ткани, ковры. Ну, из дерева вообще изумительное, конечно, изделие. Очень интересно. Узнаваемый индийский мотив в натуральных тканях. Платки и шарфы с цветочным орнаментом привлекают внимание практически всех посетительниц выставки. Богатый выбор текстиля для дома, шторы, покрывала и, конечно же, великолепные ковры. Огромный выбор сувениров. Считается, что такой вот слоник принесет достаток в семью. Для самых смелых – татуировка в стиле мехенди. Черепаха – символ мудрости. Очень хотела давно, как бы не получалось. Вот. В своем городе была выставка, но не удалось мне как бы сделать такой рисунок. Здесь была такая возможность – Омска. Вход на выставку свободный. Она будет работать до 31 августа с 11 до 19 часов. Елена Овсецина, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.